как зовут дядю? Борис Моисеев. Вот, значит, каждая песня, которую спел Борис Моисеев, становилась хитом. И народ очень его любил. Он создал себе образ крошка Боря. Да. Он выходит на сцену, конечно, не такой, он выходит смешной. В разных каких-то странных костюмах. То в женских костюмах, то в мужских костюмах. И иногда просто валяет дурака. Совершенно неожиданно я включаю телевизор и вижу Бориса Моисеева, поющего песни Кима Брейдбурга. Да. Ну давай назовем песни, которые ты пел сам. Это. «Голубая луна». «Голубая луна». «Голубая». Слышали это? А я слышу. У нас готов звук? Да. Да. Еще звук.
Спасибо, детки. Красиво. Красивое шоу. Красивые артисты. Очень красиво. Замечательно. Замечательно.